закончили 40 минут. Все очень, очень хорошо. Итак, еще раз, дорогие гости, дорогие женщины, дорогие девушки, я очень рад, что вы пришли в этот день, который считается 8 марта, хотя он и 13 марта, но это не важно. Главное, что сейчас все мы действительно смотрим на вас, как на самых лучших созданий в этом мире. Мы вас очень любим и уважаем. Нам очень приятно, что вы находитесь вместе с нами. Мы думаем, что это нахождение, что вы продолжите находиться вместе с нами и дальше. Вот. И сегодня, в честь этого прекрасного праздника весны, праздника женской красоты, мы решили, наконец, после долгого-долгого перерыва, собраться, посмотреть друг на друга, показаться перед вами и показать вам кое-что интересное, то, что мы придумали для вас. Программа эта будет не очень длинная, где-то приблизительно около часа. Вашему вниманию будет представлено три прохода в национальных костюмах Пакистана. Различная мода, причем мода такая традиционная, которая относится либо к предсвадебному обряду, либо к свадебному обряду, либо к тому, что относится, в принципе, к свадебной церемонии. Это очень действительно красиво, с одной стороны. С другой стороны, прошу вас не судить строго, поскольку все это, ну, в известной степени...